Короче, всем привет. Мне мама сказала снять влог, поэтому я снимаю. Мы едем в зоопарк. То есть, а посмотрите на мои брови. Это трэш. Это вообще непонятно кто. Это вообще непонятно кто, мы его не знаем. Он чисто... Короче, ко мне сидит пацан какой-то, сидит возле меня. Так страшно отвечаю. Капец. Я сделала хвостик. Решила послушать косметолога. Потому что у меня тут жопа. Ну да ладно. Короче, у меня сережки МК. Что там? Блин. Я жду, когда мне стукнет 14. И я думаю, на свой день рождения я сделаю себе тату. Вот тут вот МК маминым почерком. Я прям все, с 8 лет хочу такое. Поэтому я это по-любому сделаю. Это вообще отбитка, потому что из-за того, что Карина не отсюда, и типа многодетная семья, я не знаю из-за чего, но ей 50 гривен, реально 50 гривен, а у нас у всех по 120. Ботики! Поэтому с нее Макдональдс. Все, точка. Мы идем. Кстати, очень красиво. Да, мяшки тут сидят. А что там? Я не знаю, там ничего нема. Вон на воде. Стрёмные какие-то. Нет, можно пройти ближе? Нельзя. Кормить нельзя. Давай в тебя плюну. Мы пришли ее посмотреть, как они отлизывают свои бока. Отлизывают? Отсиживают. Это чисто Миша. Я это скажу на камеру. А ну подожди, вот это реально на моего бывшего похоже. Прям такой зачухрый. Зеркала такие грязные. Прям как ты. Просто лучший. А вот он еще. Моя слабина. Какой он красивый. Целью сюда приходит, а мы тут смотрим. Вот реально. Вот я здесь. Уберись. Жаратик. Файно. У меня было офигенно. На Киру похож, да, Кира? Кира. И смотрим на задницу слона. Гениально. Походу вкусный, но дорогой. 90 гривен за это. Капец, страны какие-то. Короче, уже вышли из зоопарка. И теперь мы едем в Лавину, потому что я хочу померить платье гений. Даточки, короче. Я начала пищать во всех магазинах. Я не понимаю, почему, но я пищу во всех магазинах. Помнишь с тобой в форе, когда ты еще такой, это я. Это была я проверяла. Это я пищала. Да ну, я вообще в афиге. Как так? Чё я пищу? Я, кстати, засниму сейчас. Сейчас все пройдут, и я пройду. Я буду пищать. На, пройди. Я же говорю. Ой, да не так. Во всех магазинах. Она просто обокрала магазин и не хочет вам признаваться. Все магазины. Блин, а если я сейчас хочу в ретро или в Лавина поехать, я ж если... Тебе надо проверить сумку, баран. Ой. Да у меня там ничего нету, я уже проверяла. И если я туда буду ехать, а там же типа вообще все строго, меня как начнут шпанать. И в каждом магазине так. Один пошмонал магазин, второй пошмонал магазин. Трэш какой-то. Нафиг такое делать, я не понимаю. Ставлю дизлайк. Короче, у меня в кармане была такая вот кругленькая пикалка, такая липучка. И я из-за нее постоянно во всех магазинах пикала. И в Кропе я зашла и вышла, и меня заставили такие, может сумка, может еще что-то. Я им все показала, говорю, нет, я не знаю. А я такая... Они такие, может, я говорю, что это в штанах? Меня Каролина обсматривает, залазит в карман, там какая-то штучечка.
я показываю, и там реально такая, короче, фигня какая-то. Нарезка такая белая, налепка. Да. Ну, я думаю, люди поняли. Вообще фигня, фигню какая-то. Мы ее отодрали, теперь я не пищу. Класс. Короче, а еще я купила себе сумочку. Я думаю, классно. Короче, такая сумочка. Классненько. Мне подобается. У нас еще одна сумочка. Тю-ру-ру-ру-ру. Короче, я не знаю, ли я показывала. Я купила себе сумочку. Она вообще по дешевке была. Такая вот сумочка. Классная. И я купила себе топик вот такой вот. А в Вике такой же, только тут с вырезом. Мне с вырезом нельзя, потому что у меня нет сисяк. А у нее есть сиськи, видите? Видите, ты на лобце прикрыла. Видите, у нее есть сиськи, и поэтому у нее с вырезом. А у меня без выреза, потому что у меня нет тут сисяк. Вот, это очень информативно, моего лица даже... Моего лица, да, за не видно, поэтому, ну, короче. Я ей всегда говорю, что у нее есть сиськи, по крайней мере, будут. Короче, вот так вот. Топ и топ. Обновочки. Вика топ. Короче, я смотрю дневники вампира и показываю. Я мажусь вот такой вот сывороткой. Что за акцент? Фу. Вот такой вот сывороткой мажусь. Т3. Она офигенная. Мне очень нравится. Советую. Ну, на этом я говорю всем спокойной ночи, встретимся завтра за макияжем. Клочимся заново. Вот я знаю, что эти цвета у меня точно получится. Берем вот этот цвет сначала, потом вот этот цвет, ой, вот этот, потом этот, потом этот. Классно я объяснила. Да. Вот тут скрасим уголки, короче. Берем такой светло-коричневый и наносим. Берем темно-коричневый и вот тут вот. Растушевываем. Вытираем кисточку, все одна кисточка. И берем вот этот, который посерединке теперь. Такой золотой. Такие блясточки. Какой-то. И наносим вот сюда вот. Я так пишу, так надо. Снова ресницы. Я не знаю, реально, что это за лысина такая. Ну да ладно. Пусть таким будет. Не зубы отрастут. Сегодня вообще мама говорит, бабахи были прошлой ночью 50 этих. Ну как их там? Дронов было. А сегодня были ракеты. Короче, здесь Марина. Здесь клубника Марина, брат. А блин, как их так крутить, чтобы они были большие? Большие. Недостаточно подкручены, как мне хочется. О, мне и так хватит. Да? Тоже опять курсион. Я вчера вообще перекрашивалась 6 раз, я считала, потому что у меня тон не ложился, как мне хочется. Он не ложился красиво, и мне приходилось перекрашиваться 6 раз. Накрасилась, смыла. Я иногда не замечала, что он такой себе, типа он скатывается. И только когда я выходила в коридор смотреть зеркало, я понимала, что не, мне таки не подходит, оно мне не подобается, поэтому мне приходилось идти и смывать это все и краситься заново. Вообще, топ. Я такое не люблю. А ты же уже красилась. Нет, кстати, да? Под этот кушон
Вот эта пудра от Эвелинг не подходит вообще. А вот эта Лорена, что-то такое, короче, она подходит. Она типа вообще идеально ложится с этим кушоном. Я просто перепробовала эту пудру и ту пудру. И та пудра вообще не подходит. Ты наносишь, а она делает кожу такую, вы знаете, как будто она обсушенная. Бери зеркало, оно мне уже не надо. Нет, уже не надо зеркало. Поэтому такие сейчас. Так, я зеркало уже поставила. Ну ладно. Вот. Короче, макияж сделала. Сейчас будем идти в коридор и смотреть, как я сделала макияж. Но я брови не сделала, я брови потом уложу. Не знаю, очень даже классно получилось. На камере как-то не так, камера вообще какая-то странная. Красиво, мне нравится. Я забыла попрощаться, но я сейчас не в очень лучшем свете, поэтому сейчас говорю всем пока-пока, всех люблю, всех целую. Короче, я вообще не знаю, видео какое-то получилось не очень, ну да ладно. В следующий раз я постараюсь и смонтирую, и сниму красиво. А так, тёмки-бомки, пока.